Благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в этом году в Саратове отремонтируют 8 дворов и 10 общественных территорий, среди которых площадь Кирова, бульвар на Второй Садовой и смотровые площадки. Вот на этой, что напротив бывшего аэровокзала, раньше была платная стоянка и шиномонтаж. Сейчас идут строительные работы. Делаем подпорную стенку. Устройство этой стенки идет поэтапно. Значит, где-то она уже почти готова, производится обратная засыпка, где-то, как вы видели, значит, опалубка, бетонирование. Значит, параллельно начинаем работы по благоустройству рельефа уже. Значит, какие-то вертикальные планировки и отсыпка откоса снаружи подпорной стены. Работают автокран, эскаватор и десяток рабочих. Сейчас на будущей смотровой площадке возводят подпорную стенку и выравнивают территорию. На благоустройство этой территории потратят 22 миллиона рублей. Здесь высадят каштаны, рябину, сирень и установят не только скамейки, но и красивые лежаки. Будет установлено новое ограждение по всему периметру вот до подпорной стенки, тоже современного характера. Я думаю, что место будет пользоваться у жителей большой популярностью. Вид открывается на город. В принципе, оно и до этого у нас пользовалось популярностью. Конечно, перенос аэропорта, наверное, скажется, но все равно, я думаю, посещаемость будет достаточно высокая. Уже 1 сентября саратовцы смогут оценить новую смотровую площадку. В день открытия здесь запланировано праздничное мероприятие. Надежда Новикова, Олег Буланов, Саратов 24.